Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моник при регистрации. Если введете моник и прокатите третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому обязательно вводите моник при регистрации. Также можете вводить мой промокод, пишите хэштег Кирилл Ютуб. Мой промокод нужно вводить на 6 уровне, за него вы получите очень даже неплохие плюшки. Ну что ж, сегодня у нас новая серия, и в этой серии мы будем тратить баблишко, которое как бы у меня есть. У меня есть 65 миллионов, и сейчас я хочу поехать, получается, на авторынок и присмотреть себе какую-то машину, возможно даже с лаунч-контролем, потому что я хочу все равно снимать рубрику трюки, поэтому нам нужна будет какая-то новая машина, чтобы было хоть какое-то разнообразие. Я думаю, вы меня понимаете. Поэтому сейчас берем одну из моих машин. Всего как бы у меня 4 машины как бы, но скорее всего я, наверное, РС-ку и Ладу Весту продам. Может, даже еще и Мустанг продам. Крузак я не хочу продавать, потому что у него там красивые номера. И все-таки это такой внедорожник полноприводный. Поэтому сейчас поедем на авторынок и посмотрим, что там продается. Минуточку внимания. Хотел бы посмотреть там группу моего подписчика. Называется Накурский Дизайнинг. Очень классная группа. Это именно он делал мне оформление для группы, для канала. Делает недорого и качественно. Поэтому ссылочка на его группу будет в описании. Реально, пацан классно делает. Также он делает цветные арты. Поэтому, кого интересует, повторю, ссылочку в описании, переходите, подписывайтесь, заказывайте. Хотел бы вам еще сказать, чтобы вы писали свои идеи в комментариях, что мне поснимать на родине, потому что почему-то сейчас очень плохая активность по родине. Я не знаю, с чем это связано, потому что, ну, раньше хотя бы там, ну, 500 просмотров было стабильно и 50 лайков, а сейчас актив очень упал по родине. Поэтому, пацаны, пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я поснимал на родине, я обязательно это сниму. Поэтому не стесняйтесь, просто зайдите, как бы, под видео и напишите комментарии, что бы вы хотели видеть, как бы, на моем канале по родине. Пацаны, смотрите, кого я встретил. Получается, я встретил свой маврик, но он пропал куда-то. Походу, пацан увидел меня и вышел с игры, скорее всего. Но я не помню, я ему продавал или нет. А да, ему продавал я его. Вы видели, я ему продавал. Видите, он его пытается перепродать за 70 миллионов, хотя я его продал за 64. Ну, в принципе, как я говорил, пацаны, то, что пацан просто его купил, чтобы перепродать. Но, как я понял, он его не может продать, потому что я его продал где-то, ну, 3 дня назад, может даже больше. Он пытался его продать и увидел меня и сразу охнул. Так, пацаны, здесь появилось кое-что интересное. Это лампа. Получается, за 38 миллионов и грузовичок. ОКК 38 еще номера на ней. Еще у нас с нагнетателем. Давайте посмотрим. Ну, бля, лампа, конечно, это уже солидненько. Так, полный тюнинг, пробег у нее 3000 получается. Ну, блин, пробег, конечно, большой, но здесь еще номера красивые. Восьмерочка, как я люблю. Бля, просто если я даже куплю эту машину, я не смогу купить грузовик. Я хотел бы этот грузовик купить. Но я так понял, нуляч, типа, но на нем можно возить пшеницу, там, ну, всякие, короче, овощи, фрукты, там, и так далее, мед. Ну, короче, вы поняли. Он стоит 2,5 миллиона, он продает, я так понял. Ну да, 2,5 миллиона. Ну да, 2,5 миллиона, пробег 76. Я вот не знаю, это дорого или нет. Хотя, блин, у меня 65 лямов. Давайте я куплю все-таки вот эту машинку. Все, давайте покупаем за 2,5 миллиона. Ну, я считаю, это недорого, поэтому давайте сейчас ее припаркуем. Ну, просто я бы хотел себе дом еще купить, как бы, и было бы нормально. Все, пацаны, я продал, получается, мою Audi. Конечно, жалко было продавать, но я хочу купить Lamborghini. Вот она здесь продается. А нет, уже не продается, блин. Ну, ладно, все равно я ее продал. Да, я продал ее дешевле, чем я ее купил. Хотя, по-моему, я купил за лям 300 и вложил в нее еще лям. Поэтому я немножко ушел в минус. Так, вон он ее выставил, короче, за 37. Так, 37 миллионов. Ну, что, покупаем, почему бы и нет. Все, за 37 я ее забрал. Бля, вот это теперь пушка, пацаны, просто. Вот это просто пушка. И эту машину очень долго хотел. Да, я потратил типа 37 миллионов, но я считаю, это не так уж и много, у меня тем более деньги остались. И теперь только осталось купить дом, и надо будет сейчас продать, получается, Ладу и Мустанг. Все, пацаны, я, короче, продал Ладу за 800 тысяч. Да, это недорого, но я хочу все быстро просто продать. А, за 2,5 продает мою машину. Ну, конечно, чувак, удачи тебе. О, вертолет, кстати, за 20 лямов продает. Неплохо, неплохо. Короче, я, получается, уже взял Мустанг. И знаете, что я понял? То, что Мустанг ничем не уступает почти Ламбе. Вот смотрите, у нас максималка здесь показывается 256. Это у Мустанга. Смотрим максималку Ламбы. Ламба у нас, получается, максималка у нее 263. Ну, то есть там, ну, примерно 10 километров больше. То есть Мустанг еще ни хрена себе машина, я так понял. Сейчас я заправил его, давайте сейчас доедем до рынка и продадим его. Да, он прикольный, он быстрый, но понимаете, ну, зачем мне две машины с лаунч-контролем? Потому что, ну, машина мне
компании Sound Control нужна именно для того, чтобы снимать для вас рубрику с трюками. Пацаны, я просто пиздец лоханулся, я выставил его за 250 тысяч случайно. Я его просто выставил за 250 тысяч. Я тупо за 250 тысяч его продал. А я не знал, как мне отъехать, типа, ну. Я реально не знал. Я хотел с игры выйти, но не успел, короче. И он его купил. Это реально, пацаны, пиздец. Просто на ровном месте проебался, блядь. Тупо проебал 2 миллиона на ровном месте. Я за 250 тысяч просто ему продал случайно. Реально, я такой дебил. Я просто спешил, короче, типа, ну. Я приехал, выставил за 3 миллиона. Он говорит, типа, давай 2,5. Я выставил за 2,5. Ну, типа, я хотел выставить за 2,5. И написал 250 тысяч. Забыл еще нолик дописать. Я предлагаю, пацаны, там закончить, потому что, ну, серия так насыщенная получилась. Сейчас я, получается, еду с своей тезкой. Кирилл Герб. Он будет продавать мне дом. А какой дом, вы узнаете в следующем видео, пацаны. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.